Для предпринимателей создан официальный деловой портал. В Госкомитете по предпринимательству и туризму предполагают, что сайт станет помощником бизнеса. Поможет сэкономить время и развить действующие предприятия. Зарегистрированные на портале пользователи смогут пользоваться базой деловых контактов. Здесь собраны все действующие программы господдержки от федеральных до муниципальных, все виды господдержки, включая финансовую, имущественную, информационно-консультационную, контакты организаций, предоставляющих господдержку бизнесу, формы документов для получения субсидий и грантов. На сайте работает матрица господдержки, с помощью которой легко выбрать подходящий вид финансовой помощи, исходя из сферы деятельности бизнеса.